сразу видно, что отрывается благодаря мощности своего двигателя. Все-таки это класс тюнинг, это ее родной класс, тогда как для Hyundai родным классом является стандарт. Но это не мешает пилоту из Уфы Никите Бахтиярову продолжать свое движение к успеху по лесенке класса тюнинг. Я напомню, что у нас готовятся участники 27 и 17. 27 и 17. Приглашаем вас в зону старта. Они уже там не подсказывают. Отлично. Это будет последний заезд класса тюнинг с проигрышами. Потом будут участники класса стандарт с проигрышами. Потому что два участника класса стандарт без проигрыша уже определены. Они в финале. Это номера 57 и 189, выступающие на одном автомобиле. Это не будет. Thank you.